Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня я с очередным видео хочу предложить вам связать вот такой вот очень оригинальный узор для носочков. Это ягнята, либо барашки, как хотите называйте. Вот, вязала я носки на 5 спицах, вяжу на размер 36. Вот, очень легко вяжется. Я связала полностью на всех 4 спицах. Вот, покажу вам, как смотрится сзади. Я специально, кстати, вязала немножко так, знаете, затянуто, для того, чтобы у меня создавался такой вот, как это модно называть, 3D-эффект, да? То есть, чтобы вот, как будто мех действительно вот как бы выпирает. Ну, чтобы такой был как бы эффект, да? Вот, ну, не знаю, мне понравилось. Вы, конечно, можете, если хотите связать такой узор, вяжите. Более свободно, не натянуто, как я, тоже получится очень оригинально. Ну, мне кажется, что отличные получились носочки, просто мне очень понравился узор, очень оригинально, вот поэтому предлагаю вам вместе со мной их связать. Итак, мои дорогие друзья, вот сейчас я уже привязала нить серого цвета и приступаю к вязанию. Значит, еще раз повторю, у меня на каждой спице по 13 петель. Раппорт нашего узора, то есть самого вот нашего барашка, составляет 14 рядов. Очень быстро вяжется, очень легко вяжется, схема вообще супер простая. В общем, давайте без лишних слов уже приступим к вязанию. Первый ряд мы начинаем с 5 бордовых петель. Вяжем 5 бордовых. Раз, 2, 3, 4, 5. 3 серым цветом. 1, 2, 3. 5 бордовых. 1, 2, 3, 4. 5. Вот так вот. 5 бордовых, 3 серых, 5 бордовых. То же самое мы вяжем и на этой стороне. 5 бордовых. 1, 2, 3, 4, 5. 3 серым цветом. 1, 2, 3. 5 бордовым цветом опять. 1, 2, 3, 4, 5. Вот так вот. Я сейчас полностью провяжу этот ряд и сразу же вернусь к вам. Итак, полностью провязали ряд. Сейчас вяжем с вами второй ряд. Второй ряд вяжем следующим образом. 4 бордовым цветом. 1, 2, 3, 4. 5 серым цветом. 1, 2, 3, 4, 5. И последние 4 также провязываем бордовым цветом. 1, 2, 3, 4. Вот так. 4 бордовых, 3. 4 бордовых, 5 серых, 4 бордовых. Повторяем полностью этот ряд по этой схеме. Полностью провязали ряд, да, и сейчас начинаем взять с вами третий ряд. Третий ряд вяжем следующим образом. 3 бордовым цветом. 1, 2, 3. 2 серым цветом. 1, 2. 3 бордовым цветом. 1, 2, 3, 2 серым цветом, 1, 2, и оставшиеся 3 бордовым цветом, 1, 2, 3. У меня, поскольку, как всегда, впереди стоит камера, чуть-чуть мне неудобно, конечно, вязать, но я очень-очень стараюсь, чтобы вам было видно. И вот таким вот способом, да, мы провязываем полностью весь ряд. Начинаем опять с 3 бордовых, потом 2 серых, 3 бордовые, 2 серые и заканчиваем 3 бордовыми. Итак, полностью провязали ряд. Сейчас начинаем с вами вязать 4 ряд. Начинаем с 2 бордовых. 2 бордовым. 1, 2, 1 серым цветом, далее 7 бордовым цветом, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 серым цветом. И оставшиеся 2 мы вяжем бордовым цветом. Раз, два. Вот так. Надеюсь, что вам уже видно. У нас уже вырисовывается голова. Вот, значит, начинаем с 2 бордовых, потом 1 серая, далее 7 бордовых, 1 серым и 2 бордовым. И так мы провязываем полностью ряд. Провязала полностью ряд, начинаем вязать с вами пятый ряд. Пятый ряд начинаем мы с 2 бордовых цветов, с 2 бордовых петелек. Так, раз, да, 2. Далее нам нужно провязать 3 серым цветом. Раз, 2, 3. Далее 3 бордовым цветом. Раз, два, три. Три серым цветом. Раз, два, три. И оставшиеся 2 мы провязываем бордовым цветом. Видите, какой у нас очень легкий на самом деле идет подсчет. То есть опять начинаем, значит, с 2 бордовых, потом 3 серых, 3 бордовых, далее 3 серых и заканчиваем тоже 2 бордовыми. И так провязываем полностью наш ряд. Надеюсь, что вам уже видно. Вот. Итак, полностью провязали ряд. Начинаем с вами 6 ряд. 6 ряд вяжем следующим образом. 1 бордовым цветом, 4 серым цветом, 1, 2, 3, 4, 3 бордовым цветом, 1, 2, 3, 4 серым цветом, 1, 2, 3, 4, и последнюю оставшуюся мы также провязываем бордовым цветом, то, с чего, в принципе, и начинали. Сейчас я полностью провяжу по этой схеме и сразу же вернусь к вам. Полностью сейчас провязали с вами 6 ряд, и сейчас начинаем вязать с вами 7 ряд, но 7 ряд у нас с вами также повторяется, как и 6 ряд. То есть мы начинаем с одной бордовой, потом 4 серых, 3 бордовых, 4 серых и заканчиваем 1 бордовой. И также нужно провязать весь этот ряд, то есть у нас 2 ряда с вами повторяются. Сейчас я провяжу и сразу же вернусь к вам на 8 ряду. Восьмой ряд вяжем следующим образом. 1 бордовым цветом. Далее нам нужно провязать 5 серым цветом. 1, 2, 3, 4, 5. Далее 1 бордовым цветом. Потом опять 5 серым цветом. 1, 2, 3, 4, 5. И последнюю оставшуюся также провязываем бордовым цветом. Вот так вот. То есть полностью сейчас будем повторять этот же раппорт на всех оставшихся спицах. Да, то есть начинаем с одной бордовой, далее 5 серых, 1 бордовая, 5 серых, 1 бордовая. И так весь ряд. Итак, полностью провязали ряд. Сейчас начинаем с вами вывязывать 9 ряд. 9 ряд вяжем следующим образом. 1 бордовым цветом. Далее нам нужно провязать 11 петелек серого цвета. То есть практически до конца. То есть первая и последняя у нас будут с вами бордовые, все остальные серые. То есть провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 и последнюю петельку провязываем с вами бордовым цветом. Видите, насколько легко это все вязать на самом деле. Вот, в принципе, уже у нас отчетливо
видно, да, что получается. Сейчас я провяжу полностью этот ряд, да, точно так же, то есть по вот этой вот схеме. Следующий, 10-й ряд, мы вяжем точно так же, то есть начинаем с одной бордовой, далее 11 серых и потом одна бордовая. То есть два ряда у нас будут с вами повторяться. Сейчас я их провяжу и сразу же вернусь к вам. Итак, полностью 9-10 ряд мы провязали с вами по рисунку, да, ничего не меняя. Вот сейчас начинаем с вами вязать 11 ряд. Начинаем с вами с двух бордовых. Вяжем 2 бордовых. Раз, два. Далее вяжем 9 серым цветом. Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8, 9. И последние 2 мы опять провязываем с вами бордовым цветом. Раз, два, вот так. Вот так вот вяжем полностью по этой схеме, полностью этот ряд. Начинаем с двух бордовых. Далее у нас идут 9 серых. И далее последние 2 у нас идут с вами бордовым цветом. Точно так же полностью ряд. И встречаемся после провязки. Провязали полностью ряд, следующий наш 12-й ряд мы вяжем следующим образом. 3 бордовым цветом. Раз, два, три. Далее 7 серым цветом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, 7 провязали. И последние 3 мы также провязываем бордовым цветом. Раз, два, три. Вот так. То есть начинаем в этот раз с 3 бордовых, далее 7 серых, потом 3 бордовыми закрываем. Также полностью провязываем весь этот ряд. Я надеюсь, что вам видно. Вот, давайте так покажу. Вот что у вас должно получаться. И мы уже практически с вами подходим к концу. Сейчас я провяжу полностью наш 12-й ряд таким способом. Дальше 13-й ряд мы также с вами провязываем, как и 12-й, то есть 3, начинаем с 3, да, 3 бордовые, 7 серых, 3 бордовые, то есть у нас опять 2 ряда с вами будут повторяться. Сейчас, когда я провяжу 12-й и 13-й ряд одинаково, да, я сразу же возвращаюсь к вам. Итак, провязали 12 и 13 ряд полностью, да, одинаково. Сейчас начинаем вязать с вами 14 ряд. Вяжется он следующим образом. Начинаем с 4 бордовых. Так, вяжем 1, 2, 3, 4, 1 серым цветом, 3 бордовым цветом. 1, 2, 3, 1 серым цветом. И оставшиеся 4 также провязываем бордовым цветом. Раз, два, три, четыре. Как вы понимаете, сейчас мы уже с вами начинаем вывязывать уже ножки, да? Но в данном случае, смотрите, вот вначале я вам сказала, что у нас с вами раппорт состоит из 14 рядов. Просто изначально, когда я этот рисунок вообще нашла, вязальщица вязала только вот 14 рядов. Ну, как бы ножки такие были очень укороченные, да? Мне кажется, что у барашка ножки чуть длиннее, поэтому, соответственно, я еще таким же способом, точно так же, да, провязала еще 2 ряда, вот, для того, чтобы получить вот такой вот в конце результат, да, чтобы у нас с вами, ну, полноценные, как бы, были видны ножки. Вот, если вы так не хотите провязывать, то, в принципе, можете, как бы, провязать, ну, как вам нравится, да, мне нравится, когда вот, ну, чуть-чуть, как бы, подлиннее. Соответственно, как бы, вот сейчас мы с вами находимся вот здесь, провязали, да, вот, давайте покажу на нашем изделии, вот. И сейчас точно так же я буду провязывать еще 2 ряда. То есть вот мы начинаем с вами с 4 бордовых. Далее у нас идет 1 серого цвета, 3 бордовые, 1 серого цвета и опять 4 бордовых цвета. И сейчас я полностью провяжу этот ряд, и после этого еще 2 круга я провяжу полностью по этому рисунку.
Ну вот, мои дорогие друзья, я подошла к концу, ну, естественно, как бы к концу именно вывязывания моего узора, моего барашка, моих барашков. Вот, я сейчас провязала полностью 16 рядов. Вы смотрите, конечно, сами. Если дальше хотите продолжить, продолжайте. Я решила на этом остановиться. Сейчас я полностью провяжу бордовым цветом ряд, и следующее уже я начну вывязывать пяточку, ну и, соответственно, как бы вязать оставшуюся часть. Вот. Вы, конечно, смотрите уже сами, все остается на ваше воображение, скажем так, да, на вашу фантазию. Я очень надеюсь, что вам понравился сегодняшний мастер-класс, что вам очень понравился рисунок. Естественно, вы можете, как я отметила, играть с цветами. Желательно, конечно, выбирать, как я уже отметила, контрастные цвета, для того, чтобы вот получился вот такой вот эффект. Я очень надеюсь, что вам еще раз понравился сегодняшний мастер-класс, сегодняшнее видео. Если да, ставьте мне лайки. Если есть какие-то вопросы, задавайте, пожалуйста, внизу в комментариях. Я, конечно же, постараюсь всем вам помочь. Всем счастливо и всем хорошего дня!